Попытайтесь. Итак, мы с вами перешли в кают-компанию. Это место, где собирался офицерский состав судна. Здесь у них проходило свободное время, а также завтраки, обеды и ужины тоже были здесь. В этом между нами находятся два деревянных обеденных стола. Во главе одного здесь сидел капитан, во главе второго старший механик. Дальше офицеры поровну понижение до конца стола. Сразу можно увидеть, что столешницы по ширине у нас не одинаковые. Они сужаются к одному с конца стола. Сделано это для того, чтобы соседи друг с другом не разговаривали, не наклоняясь, никого локтями не расталкивая, чтобы всем было удобно. Плюс еще одна явная особенность столов – это высокие бортики с поперечными рейками. Они нужны для того, чтобы ваша тарелка старалась бежать, не улетала либо на пол, либо к соседу во время качки. Если же этих мер не хватает, качка пора была очень сильная, тогда сверху на стол еще настилали влажную скатерть. Это был один из лучших способов свою порцию оставить перед собой. Ну а за моей спиной находится полумодель Красина до его модернизации, до середины прошлого века. Напомню еще раз, это две трубы и мачты, наклоненные в корму. Позже на их месте сооружается палубная надстройка, где сейчас мы с вами и находимся. А что касается ледокола, то основной удар приходится на его носовую часть. Она называется форштевень. Срезана она под углом в 30 градусов, для того, чтобы удобнее было загораться на лед. Форштевень из анодового пояса у нас усиленный. Толщина бортов здесь у нас 64 мм. Толщина корпуса выше уровня мотолинии 32 мм. Сам корпус у нас скругленной формы, называют его шубочкообразным. Благодаря этому лед, который давит на борт горизонтально, нас не сжимает. Он нас, наоборот, выталкивает наверх, ближе к поверхности воды, то есть сам помогает идти вперед. Ну и главное, что своей носовой частью пароход на льдину сверху наползает, наплывает и своим весом лед сверху продавливает, как и любое современное ледокольное судно. Таким образом, вопреки своему названию, ледокол лед не колет и не раскалывает, именно давит. Водоизмещение Красина 10 620 тонн. Этой массы хватает на то, чтобы давить лед до 1,5 метра толщиной. Если у нас лед толще или сложная обстановка ледовая, то на этот случай есть дифферентная система. В носовой и кормовой частях у нас есть пустые цистерны для набортной воды. Где закачивается вода, вес парохода увеличивается еще на 500 тонн, и можем давить более толстый лед. Если получилось, все прекрасно. Если нет, вся вода идет в кормовую цистерну, и судно со льдом просто мягко сползает обратно в воду, чтобы снова сверху на лед задираться. Ну и для того, чтобы нас не затирало во льдах, справа и левого борта есть специальные креновые танки. Это тоже цистерны для воды, но их заполняли попеременно, то с одной стороны, то с другой. Получается, судно раскачивается с борта на борт и своим корпусом лед самостоятельно раскалывает.
Так, мы с вами пришли в каюту капитана. Она самая большая на всем пароходе. В ней находится 3,5 салона. Мы в первом из них. Это его рабочий кабинет. Перед нами стол, за которым наши командиры и сидели. Здесь решались самые быстрые, важные и насущные вопросы по судовой жизни. Могли приниматься делегации от команды. В витрине на столе личные вещи, начиная с 1928 года. Здесь у нас переваривочка, рядом с ней прозрачная чернильница, пресс-папье, который не дает чернилам растекаться по бумаге, перекидной календарь, круглый металлический дирижабль для бумаг и заполненная радиограмма. Также здесь мог заполняться судовой журнал, обычно это делал помощник капитана, сам командир его обязательно подписывал. Всего за время плавания парохода у нас сменилось 49 капитанов. Их фамилии есть на переборке в хронологическом порядке. Здесь у нас принимались самые важные гости. Это могли быть делегации из других судов, представители портовой, таможенной службы. Их приглашали сюда. Как я и говорила, на переборках портреты наших капитанов. На левой переборке ближний к нам портрет – это Карл Эйген. Тем временем прошли мы с вами 2 салона из 3,5. Получается, их осталось еще 1,5. Они вот за этой вот открытой дверью. За ней находится капитанская спальня с его койкой. У нее очень высокие борта. Дело в том, что во время хода во льдах корпус сотрясала сильная вибрация. Во время хода в чистой воде из-за скругленности корпуса у нас малый период качки – 8-10 секунд. То есть борт и на борт качают быстро и довольно резко. Потом порой капитаны просыпались на полу, и бортики их не спасали. Что тогда, по их воспоминаниям, единственный способ выспаться? Взять подушку и матрас с кровати и с ними вместе идти спать в ванну. Она находится за переборкой. Они залезали в ванну, где пытались спать. Это довольно сложная ванна маленького размера. Итак, мы с вами пришли в штурманскую рубку. Это место называют мозгом корабля. Здесь прокладывается курс, которым судно идет все время своего плавания. Основной инструмент работы штурмана – это морская карта. Она перед нами на его рабочем столе. У этой карты есть одна особенность. В ней всегда используются только 3 основных цвета. Желтый цвет – это суша. Голубой – это малосудоходная глубина. Здесь судно может ходить либо с трудом, либо вообще не может. И белый цвет – это судоходная глубина. Получается, перед нами карта глубин. Также необходимые приборы расположены перед нашими глазами. Черный треугольник – это кренометр. Он показывает угол крена судна на один из бортов, если он есть. Слева от него 2 больших серых ящика, соединенных между собой. Это лак – прибор для измерения скорости и пройденного расстояния. Скорость у нас измеряется в узлах. Один узел – это 1 морская миля, пройденная в час. 1 морская миля – 1852 метра. Скорость Красина в чистой воде достигала 15 узлов. Это довольно много и на сегодняшний день. Во льдах – 2-3 узла. В пересчете на километры получается почти 27 км в час и около 6 км в час. Также штурманский прибор до сих пор активно работающий. Он перед нами мигает своим экраном. Называется он эхолот. Он определяет расстояние, глубину под судном. Все, сейчас у нас глубина всего 80 сантиметров, меньше метра. До этой отметки 70 лишних метров уходит на осанку корпуса судна в воде. То есть корпус ледокола, его подводная часть на 70 лишних метров уходит под воду. И от киля нижней балки днища судна до речного дна остается всего 80 сантиметров. Ну и если вспоминать на всем известную поговорку 7 футов под килем. Пожелание удачи уходящему в плавание кораблю. Фут английской меры длины переводим на нашу систему мер и получаем 2 метра. Вот такое расстояние минимум должно быть между килем и дном, чтобы мы могли ходить. Сейчас этого расстояния нет, и поэтому эхолот нас предупреждает об опасности, о недостатке глубины. Предупреждает он нас и мигающей надписью, и звуковым сигналом. Звук сигнал мы можем отключать самостоятельно, значит, радует всю команду круглые сутки напролет. Потому что звук термометра слышен на всем пароходе вот просто от и до. Что еще нужно знать для успешного плавания? Какая нас будет ожидать погода? Нужны погодные карты. Они получались вот на этих вот факсимильных аппаратах. Так, на эти факсы, на одни из первых таких устройств на территории Советского Союза приходили сведения с метеостанции. На белой бумаге химической автоматически выжигалось черно-белое изображение. Как говорит наш капитан, вот эти вот метеокарты были намного точнее, чем современные интернет-показания. Станций было много, сведения с них были очень и очень точные. Ну и перед факсами не характерны для штурманский прибор.
это у нас ключ радиста и азбука Морзе перед ним. Их место в радиорубке, но она работающая. Поэтому туда мы группы не вводим. Вокруг шурма мы просто ставим на решетку и не заходя. Вокруг штурвала, пожалуйста, вставайте на решетку, не заходя. Итак, пришли мы с вами в ходовую рубку. И отсюда ведется управление всем судном. Перед нами штурвал. Мы с вами сразу видели, что он маленького размера, поскольку он гидравлический. Он отклоняется на угол до 45 градусов. И сам на свое место возвращается. Перед ним на решетке находился рулевой матрос, который штурвалом и управлял. На эту вахту выходили вдвоем. Работа тяжелая, монотонная, за ее время можно было заснуть. Потом вахта рулевого шла всего 2 часа. Они друг друга поочередно сменяли. Перед ними находилась вот такая вот подсказка. На ней самым простым образом вручную. Мы ставим курс градусов, который в данный момент можно следовать. Допустим, это вот такой. Вот такой. Но самый надежный помощник рулевого. Это различные виды компаса рядом со штурвалом. Он пользовался их показаниями, чтобы вести судно. Ему совсем не нужно было для этого смотреть в иллюминаторы. Иллюминаторы оборудованы системой обогрева в автомобилях. Кольца будут проволочки накаливания. Степень нагрева можно регулировать вручную. Определение всегда можно отключать. Ну и, конечно, именно отсюда была связь с машиной поделения. Отсюда им командовали, делали вот такого вот машинного телеграфа. Итак, для того, чтобы понять, идти ли нам вперед, либо нам идти назад, либо нам стоит на месте застопорить все машины. Мы ставим рычаг телеграфа на необходимое нам положение, нужную в данный момент команду. Вниз в машинное отделение на прикольный телеграф, он назывался репитер, шел звуковой сигнал о том, что эту команду нужно выполнить. В машине все это делали, после этого у себя внутри ставили рычаг в ту же позицию. Сюда наверх там шел ответный звуковой сигнал, потому что команда выполнена. Главное, звуковым образом постоянно подтверждали каждый раз. Итак, вот здесь центр крестика мы начали положение нашего судна. Мы с вами видим, лучший удар ходит по периметру всего экрана. Дальность действия установки 60 морских миль. Это 118-119 километров. Точками на экране будет показываться препятствие. Может быть и береговая линия, и айсберги, и, конечно, другие морские суда. Как мы видим сейчас, препятствий у нас нет. Это хорошо. Центральная часть иллюминатора круглая, и она у нас активно вращается. Моторчик крутится со скоростью до 200 оборотов в минуту. При помощи центробежной силы снег валит и осадки со стекла улетают. Они всегда будут чистым, сухим и самоочищаться. Если вам нужно кого-то вызвать со своей стороны на свистку, вынимаете, в трубку сильно дуете, на другом конце раздается свист. Так как трубки у нас находятся рядом, на слух не понять, с какой именно вас вызывает. Поэтому вот здесь просто для каждой маленькой трубки был лоскуток ткани. Вот вот такой лоток он вылетает, и вы наглядно видите, какой из них подойти, менять вообще нет. Очень просто, как все меня. Вторым путь. Или последним. У него силы не хватает. Одного борта должны вмещать всю команду, то есть их в 2 раза больше, чем нужно.